Здравия желаю. Сейчас вам представляю отличный обогреватель. Экономность для зимы. Вот. Сделан из обогревателя для ванной. Трубки выбросил внутри. Лампочка на 100 ватт. Еще бы туда, если поставить галогенку, то еще бы сильнее было. Греет капитально. То есть КПД у него 1000%, это минимум. Это и для Сибири пойдет вполне. Вот сижу, тепло. На улице сейчас холодно, а в хате, сейчас скажу, тут градусник, скоро получу хороший градусник, 20-25 градусов в хате. Это всего того я его включил вот 5 минут назад. А так и до 30 дойдет. То есть нагрев капитальный. Там отражатель внутри. Эти отражатель. Безопасный. Это фабричный, я переделал просто. То есть фабричного лучше сделать. Там, видите, как бы все предусмотрено. Только у них создано для того, чтобы с вас побольше содрать. Вот его переделал, чтобы такое же тепло будет, как от того. Оплата в 20 раз меньше. Спасибо за внимание. Желаем всем здоровья крепкого и выполнения всех желаний.